11 февраля Каспийск посетил в Рио министра информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан Сергей Снегирев. В рамках визита Снегирев принял участие во всероссийской акции «Урок цифры», проходившей на базе гимназии номер 11. В ходе урока школьникам рассказали о безопасном поведении в интернете, способах защиты личных данных и методах противостояния мошенникам. Мероприятие транслировалось в прямом эфире. Помимо участников гимназии, в режиме реального времени задать вопрос спикерам мог любой желающий. Наверное, самым главным будет то, что мы получили по итогам нашего урока. Прежде всего, конечно, мы познакомились, и, конечно, мы и дальше будем продолжать развивать цифровую грамотность не только среди школьников, но и среди других возрастов. Потому что, повторюсь, цифровая грамотность – это не только как уметь что-то сделать, но и как уметь себя от чего-то защитить. Потому что на данном этапе это действительно важно. Многие люди становятся жертвами мошенников. Также школьники смогли познакомиться с основами информационной безопасности и овладеть важным навыком 21 века – умением защитить свои персональные данные. Организатором мероприятия выступило Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан совместно с компанией «Лаборатория Касперского». Сегодня у нас прошел урок в рамках всероссийской акции «Урок цифры». Тема урока была «Приватность в цифровом мире». Мы рассказали ребятам, как защитить свои персональные данные в интернете, как не стать жертвами мошенников. Это сейчас имеет большую актуальность, так как увеличилось количество таких случаев, когда жертвами мошенников становятся особенно подростки. Поэтому важно соблюдать правила в интернете и быть к этому готовым.